Правда состоит в том, что что бы ни происходило в нашей жизни, все равно всегда будут случаться какие-то неприятности, всегда будут возникать какие-нибудь конфликтные ситуации там, и так далее. И наша жизнь, она это такое путешествие с кочками, ямами, всякими разными канавами, рытвинами, горами, в которые надо сползти там, и так далее. И дальше вопрос, что вот это какого-то счастья, где вы куда-то будете идти, идти, дойдете, сядете, и там, значит, наступит и будет им счастье, ну, такого в реальной жизни не бывает. Вот. Всегда есть испытания, всегда есть кризисы. В реальной жизни счастье всегда результат нашей работы и наших внутренних инвестиций, инвестиций сил, знаний, приобретение этих знаний, да?